Самое время уносить ноги. Бегите, нацисты.
ствол. Ключи. Беги. А тебя как? Меня тоже Билли зовут, но папа сказал, мне нельзя с тобой играть. Ой, а почему? Папа говорит, что негры – опухоль на теле общества. Они плохо на всех влияют, они все грязнули, воры и бомжи, не умеют читать и писать, глупые, вонючие, ленивые. Слишком ленивые, чтобы найти себе работу. А мой папа умер, но мама говорит, что все белые злые, и они нас ненавидят. Потому что раньше все цветные были рабами, а теперь мы свободны. Поэтому меня не пускают в хороший туалет на ярмарке. А дядя из магазина не дает мне войти и даже не разрешает купить жвачку и газировку. А какую жвачку ты любишь? Индейские скальпы. А красную или желтую? Желтую. Ненавижу красную. Красная, как блевота. Что у тебя в банке, Билли? Да пока пусто. Я хотел головастиков поймать. А зачем тебе нужны головастики? Они будут плавать, я буду кормить их морковкой, и вырастут оранжевые лягушки. Я видела головастиков там, в ручье. Пошли, я покажу. Ладно. Пойдем.